Друзья, всем привет, это Олег Силе, новая неделя, новый влог. И сегодня утром я проснулся и обнаружил совершенно пустой холодильник, а это значит, что наша с вами сегодняшняя задача — отправиться в португальский магазин и закупить недельный запас полезной еды на 30 тысяч калорий. И вы узнаете, дорого ли жить и питаться в Португалии, как в Олег Силе. И чуть не забыл упомянуть, что наш бюджет всего лишь 50 евро, но покупая все по списку, который я предварительно набросал, мы, по идее, должны уложиться в 50 евро. Друзья, вышел из магазина, накупил массу всего полезного. Не могу нормально ходить под тяжестью этого рюкзака и пакета. По ощущениям, килограмм 50 всякого. Сейчас отправляемся домой смотреть и считать, сколько калорий. Мой друг, а если ты, как и я, когда-то решил классно подкачаться, но у тебя совсем нет инвентаря, не беда. Прямо сейчас переходи в мой телеграм-канал «Воля к силе». Совсем скоро там стартует набор на наш первый спортивный марафон с собственным весом «Воля к воркауту». Вся информация в телеграме, ждем именно тебя. Бум, друзья, честно, я удивлен, что я вообще до дома доехал с этим огромным разнообразием этой вкуснющей и мега полезной еды. Передо мной лежит чек, и я уложился в 48 евро. Сейчас я хочу провести небольшой обзор на всю эту еду, чтобы понять, смогу ли я набрать за неделю 28 тысяч калорий, как мне того нужно для набора массы. Начнем, пожалуй, с наименее калорийной пищи, после чего перейдем к белково-углеводным мастодонтам, на которые я делаю очень большую ставку. Килограмм моркови, в нем у нас 410 калорий. Затем куриные котлетки, 460 грамм, 644 калории. Кетчуп, чисто для заправки, у нас 473 калории. Колбаса и ветчина спереди. Одна 524 калории, вторая 136 калорий. Пепси, литр 75, взял по акции, но, к сожалению, всего лишь 315 калорий. Лук, 216 калорий. И китайская капуста, 112 калорий. А теперь переходим к самому интересному. Огромные калории. Вот эта овсянка. Казалось бы, маленькая пачка... полкилограмма, но в ней целых 1855 калорий. Бананы 1,5 килограмма, в них 1140 калорий. Три десятка яиц на каждый день по 4 штуки, в них 2850 калорий. Куриная грудка килограмм, 1650 калорий. Турецкий горох в таких классных банках по 400 грамм. В них 1404 калории. Мой любимый рис басмати 3 килограмма. И вы просто удивитесь, в 3 килограммах 10740 калорий. Спагетти 2 килограмма 7100 калорий. И вот этот вот хлеб 1764 калории. Сила сложив, я получил невозможные 31333 калории. И вот сейчас, конкретно в этот момент, я уверен, что до конца лета я все-таки наберу 85 килограмм массы, чтобы мне больше не говорили, что я дрыщ. Спасибо, что посмотрели, друзья. Если было полезно, обязательно оставляйте лайк и комментарий внизу. Будем вместе топить на вершину. Пока!